Всем привет из Нью-Йорка, с вами Вася. Сейчас будем... Я спал, короче, еще не проснулся. Сейчас будем пробовать что-нибудь вкусненькое. Выберем, что тут есть у меня на полочке моей. Короче, вот это вот я сниму отдельное видео обязательно. Это вот пряничный домик. Ну, по сути, это печеньки. Это не пряничный домик. Но выглядит клево. Вот это вот. Там чипсы у меня, орешки, синие чипсы, я еще не доел. Короче, это сироп для кофе, уже места мало. Ладно, вот это, короче, сейчас попробуем. И вот это вот. Короче, одной рукой снимать неудобно. И вот это хочу попробовать. Кекс. Сейчас все сделаем. И сейчас мы с вами приготовим этот кекс, который я брал за $1.25 в магазине $3. Рецепт очень простой. Содержимое пакетика высыпаете в кружку, заливаете 3 столовые ложки обычной воды и ставите в микроволновку на 1 минуту 20 секунд максимум. Все, собственно говоря, там какая-то смесь. По БЖУ я особо не смотрел, потому что калорий много, белка мало. Но выглядело интересно, я думал, что больше воды надо. Нет. 3 столовые ложки воды. Я еще заговариваюсь, я только проснулся недавно. Спал днем после учебы. Вот, 3 столовые ложки воды. А это топпинг справа. Потом я на камере все это полью сверху. Такой крем ванильный. Клево, очень вкусный. Тут я, конечно, повозился, поколдовал. И пальцами примял, и ложку использовал. И ложку я потом облизал, конечно, за камерой. Потому что. Вот почему. Потому что я помню свое детство, когда я ел морковку прямо из земли, об штаны оботру и прям так ем. Всем привет еще раз, с вами Вася. Сейчас мы с вами будем пробовать этот кекс. Кекс в микроволновке был ровно минуту 20 секунд, и я впервые в жизни вообще буду его пробовать. Я впервые в жизни пробую кекс в микроволновке. Этот топпинг написано было, этот топпинг на 2 минуты сюда залить. Стоил он $1.25. Я не взял ножницы. Так, ну вот все. Выходит. Как красиво, слушайте. Я покупал в $3, и все никак не доходили руки его попробовать. По калориям, ну, конечно, не смертельно, но калорий тут много. Здесь очень часто используется кукурузный сироп, поэтому здесь все более сладкое в Америке. Адепты ГМО могут спать спокойно. Особенно меня прикалывает, когда... Сейчас не обижайтесь на меня. Люди живут в Магнитогорске, в одном из самых грязных городов России, и что-то пишут мне про ГМО. Я всегда вспоминаю, как в деревне Кидышовка все люди питаются только чистыми органик-продуктами, натуральными. А, к сожалению. Ну, в общем, вот, смотрите. Написано на 2 минуты вот так оставить. Крем, короче, вот он. Ванильный крем. А пока это у нас настаивается, суньки потекли, я попробую вот это. Кто знает, почему-то часы не показывают экран. Надо перезагрузить, наверное. Обычно это без тыквы. Обычно это просто конфетки такие. King size, two-pack, pumpkins, тыквы. У них к Хэллоуину, к Пасхе совершенно разные формы появляются. На Рождество, я не помню, что-то меняется, нет. И Святой Патрик тоже. В Америке очень часто всякие разные товары, это не реклама, очень часто меняют свою упаковку. Я еще не проснулся. И выглядят по-разному. Здесь должен быть вкус тыквы какой-то. Сейчас попробуем. Стоил $1.60. Ага, жарко дома. Смотрите. Запах арахисовой пасты.
меня все время все падает. С детства. Отопление дали, жарко дома стало. Че, пробуем? Очень сильно напоминает халву в шоколаде. Но все равно, конечно, не халва в шоколаде. Шоколад молочный, вкусный. Это арахисовая паста. Вкусно. Калорийно, конечно. Вот одна такая 170 калорий. Я, наверное, уберу в холодильник, потом даем. Слишком сладко. Язык прикусил аж. Пробуем кекс. Я не знаю, как потом кружку отмывать. Как после кексов кружки отмывают? Замачивать, наверное, да? Я забыл сбрызнуть маслом. Смотрите, что-то видно, не видно, надеюсь. Что-то где-то 300 с чем-то калорий в этой кружке. Слушайте, очень вкусно. Я впервые в жизни пробую кекс в кружке. А он такой еще красивый, яркий. Знаю, калорий много, знаю. Так, я надеюсь, не вырубилась. Ничего. Ну, короче, вот такие мои сладкие приключения. Офигенно, но я доем тоже потом. Я не съем столько сладкого. Все, спасибо. С вами был Вася из Нью-Йорка. И попробовали новые интересные штуки для меня, которые я никогда не ел. Пока.